Привет всем, привет всем. Вас приветствует канал Лига Мьюзик Вал. Сегодня я хотел бы поговорить о ботоводстве, то есть использовании ботов для автоматизации игры. Спросив своих знакомых, вододелов, интересно было бы узнать, то есть какими, кто и что, где ботами пользуются. Ну, как бы все отнекиваются, в общем, так скажем. Но посмотрев видосы многих из игроков, можно прямо вот увидеть, что когда они разворачивают нижний лист, вот этот вот, то есть вот здесь вот, вот у них прямо на листе в этом показывается, что там плюс 1000 энергии, плюс 20 боев, там лежит потом плюс 60 к грабежу. Это все скинуто у них из мусбокса. Это значит, они используют платную версию бота, ну и, соответственно, платят за него. Ну, я как бы их не осуждаю, пусть как хотят, так и используют. Соответственно, мы, простые игроки на их уровне, очень сильно отстаем. Потому что мало того, что они донатят, так они еще и в игре сидят по 24 часа в сутки. То есть, вот так. В общем, просмотрев боты, которые предлагает интернет, остановился на одном из них, получается, это SuizBot. Если кто-то сталкивался вообще с другими вододелами, скорее всего, уже сталкивались с этим ботом. Отличительной особенностью у него является то, что он может в демонстрационном режиме работать 5 минут. Соответственно, эти 5 минут, то есть он вам демонстрирует, что он может делать. После чего вы можете его опять закрыть, потом опять его открыть, и он опять вам продемонстрирует все, что он может за 5 минут. И потом можете его опять закрыть, потом можете его опять открыть, и он опять вам продемонстрирует все, что он может за 5 минут. При этом он будет спокойно ходить и прокачивать вашего персонажа. Вот примерная статистика. То есть бот провел 60 боев, то есть у него 52 победы, там, кредиты заработал, все как надо. То есть это на простом левом персонаже. То есть я попросил, у меня друг выделил мне персонаж, то есть если его забанят, то и черт с ним, то есть не критично вообще, в общем, так скажем. Вот, и получается, что вы спокойно настраиваете бота, то есть так, как он должен сражаться, то есть читаете здесь вдумчиво, доходчиво, то есть как все должно быть. После чего, когда вы его настраиваете, все запускаете, и он спокойно работает. Меня заинтересовал вопрос, а сколько раз можно перезапускать бота в демо-режиме по 5 минут? Я обратился с этим вопросом к техподдержке. Они сказали, что с ботом можно работать бесконечно. То есть в таком духе никаких ограничений по запуску как бы нету. Я сказал спасибо большое. Все. На этой основе, ребят, получается, когда я уже достал нормального, то есть, соответственно, бота для проверки, все, я задался идеей, то есть, получается, как можно перезапускать его в автоматическом режиме, чтобы он сам работал. Для этого я установил такую вот программу, называется Oracle VirtualBox, то есть это операционная система в операционной системе. То есть вот если посмотреть, это настоящий компьютер, то есть со всеми известными данными, то есть у него все загружено, вот сама машина, то есть можно посмотреть, это операционная система, жесткий диск, я использую 1,5 гигабайта, соответственно, памяти, два процессора, ну, так, дисплей на 27. Вот, эту конфигурацию, скорее всего, я просто так раздам людям. То есть для меня как бы, ну, не критично. Для меня была сама идея создания очень интересна. Вот, дальше, скачав несколько программ еще дополнительно и скачав, как сказать, это преобразователь, в общем, связывающий, я создал алгоритм. Очень интересный алгоритм, вот я его сюда поместил, вот, он просто запускается, вот так,
видите, написано HotTable Pro, режим администратора. После чего вы его спокойно закрываете, и все. Дальше надо, чтобы у вас окно браузера было активным, и дальше, соответственно, уже управление берет скрипт и бот. Как же он работает? То есть через каждые 7 минут у него идет работа, получается, по расписанию. Он проверяет по времени текущему. Дальше он запускает скрипт, который запускает бота и запускает отсчет времени бота. То есть сколько работает сама программа. Дальше он проверяет, сколько работает программа. Он ее выключает сам и убирает ее полностью. Дальше ждет опять 2 минуты. И опять запускает бота. И опять запускает его, соответственно, на 5 минут. И так далее по кругу. То есть получается в час обыкновенного рабочего времени у вас примерно 40 минут работы бота. Это так в среднем. Ну, вообще-то больше, если честно, получается. Ну вот, запустился скрипт. Сам, вижу, заработал бот. Все. Вот он активируется автоматически сам и сворачивается. Все. И бот уже пошел проверять, что у вас есть. То есть он сейчас быстро делает анализ там, в течение нескольких секунд. И начинает сам уже работать. Ну вот. Получается, после тестирования в течение 3 дней посмотрел, что скрипт работает, бот работает, набирает. Можно, в общем, раздавать его, чтобы люди простые могли пользоваться. Если это видео наберет 60 лайков, ребята, я запилю вам следующее видео о том, как установить виртуальную машину и, соответственно, накатить этого бота вместе с образом и с операционной системой на ваш компьютер, чтобы вы спокойно могли им пользоваться, без проблем. Пока разговариваю, он тут сам по себе запускается, что-то делает, сам работает. Забавно, конечно, со стороны смотреть, как это все происходит. Ничего. Все. И опять пошел. Ладно. Вот так. Жду, ребята, ваш комментарий. Нужен ли он вам, в общем, или нет.